Всем привет! У нас сегодня радостный день. У нас сегодня у нашей дочки день рождения. И мы ее будем поздравлять. Давай, с днем рождения! Только не задуй! Осторожно, сейчас вторая попытка. Задуем торт. Ой, свечи. Загадываю желание. Happy birthday to you! Happy birthday тебя! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения тебя! Хлопать надо! С днем рождения, дайте еще раз. Ой, моя большая девочка такая стала. 12 лет уже. 12, да, свечи? 12 было. Да, 12. Да. У нас такой опять маленький импровизированный тортик. Ну потому что. Только это вот такой же. Как всегда, нет смысла. Ева, ну от папы маленький подарочек. Вот такой маленький подарочек. Ну так, просто тебе на мороженку. Что это? Я уже подарился. Подарю, подарок. Сейчас я тоже подарю свой. Ну тебе и открыточка, и денежка небольшая. Ой, как спасибо да большое. Да я не успел подписать папу открыточку. Ой, папа, ладно. Ой, как спасибо. Ну ты сказала, у тебя все есть, тебе ничего не надо. Ну вот, такие пироги. От мамы маленький тоже подарочек. Я прочитала там это, корм для кошек, я думала, мне есть корм, у меня зрение. Зрение, корм для кошек, я тебе. Не знаю куда. Это самое главное для моего подарка. Поехали, да? Пожалуйста. Не как, а ты да, еще маленький подарок. Еще подарок. Ну он только плохо упакован. Еще тебе с днем рождения. Спасибо. Потому что тут. Я как бы уже знаю, что там, потому что я... упаковка этого вот чуть-чуть прозрачная. Ну да. Так. Золотые роз. О, спасибо. Ну как золотые, позолоченные, какие золотые. Пофиг. Так что пофиг-то, это же не папа покупал. Так, Еву поздравили, а сейчас едем отмечать день рождения. Отмечать мы едем день рождения в парк аттракционов. Выехали из дома, и погода у нас изменилась. Смотрите, какой у нас пошел дождь. Но смотрим, от дома 300 километров, вроде бы солнце, да? Да. Вот сейчас едем и прикалываемся. Думаю, вот прикол будет, если мы так на день рождения чисто... Это что, так сверкнуло? Да. Видел, как сверкнуло? Да. Что на день рождения просто прокатимся в Финляндии. По пол Финляндии проедем, посмотрим, как погода. Что дождик сейчас, да, лупит. Не, ну, будем надеяться, что там все нормально, потому что пока там солнышко. Такая. Да. Сейчас еще одно солнышко туда приедет. И будет вообще, ну да. Все отлично. А потом папа еще на этом сделает солнышко на каком-нибудь аттракционе. Карусельки, да. 50 километров проехали, у нас уже солнце. Мы же едем, погода налаживается. Да, едем, правда, погода налаживается. Все по плану. Да. Проехали. Сейчас вот эту штучку уберем, а то зрители нас не увидят. Меня не увидят. Курицу жрешь. Но вот еду за рулем, вот никто не покормит, не подумает. Вот могла бы сама достать все. Салфетку приготовить надо. Салфетку приготовим. Приготовили курочку, вот пригодилось в дороге покушать. Денег нет на кафе. Опять. Короче, как про родственников, как про деньги. Сразу камера. Оп. Там кусочек курочки остался. На камере. А я пока обгонять никого не буду. Я... Не хочешь курочку? А яйца будешь? Уже яйца с собой? Уже яйца с огурчиками. С чем? С огурчиками. С огурчиками? Да. Мы просто решили двух зайцев убить. И одну курицу. Видишь же, я ем. Шутить нельзя, но я одну курицу.
курицу. Дайте окно открыть. В смысле? Как сильно не открывает? Ты выйти хочешь? Не, ну дайте окно открыть. Да у нас сегодня вообще. Это твоя, да, с перцем. Мы сказали, да, что проснулись сегодня без воды? Говорили, да? Не знаю. Я уж тоже не помню. Вообще прикол, но... Как так? Ладно. Но не будем об этом, потому что сегодня Еве день рождения. Да. Сегодня Евин день. Ева, Евин день, Ева голодная сидит. Да. Ева, поешь хоть что-нибудь, бра. Ева, пол пачки скитл съела. Через дня. Поворачиваемся на все это. Скитл стрянка. Стрянка. Ну. Папа, мама, днем рождения. А? Мяу? Мяу? Ну, у нас кошечка. Тигр. Да. Лев. Да. Ладно, такой. Ну, настроение такое, едем, день рождения. Мы опять снимаем, да? Вот потом будем говорить, что мы снимаем. Ну давай, все. Курочку сняли. Будем смотреть потом. Да, мы предыдущее видео, хотя спасибо, да, за комментарий, вот Ольга сейчас едет, читает, мы сегодня выставили как раз в день рождения. Угу. Блин, вообще, как это, мотивирует, да, комментарии? Да, сейчас еду, по дороге отвечаю, кстати. Ну все, мы добрались до Пауэрпарка, Пауэрпарк впереди. Угу. Вот. Вот видишь бустер, вот этот, это, Ева оранжевый. Уже на эмоциях, да? Да. Ну пойдемте сейчас перекусим, сзади посидим, ну в багажнике. В багажнике посидим, покушаем, да, нормально. Спортсмен говорит, дайте я гамбургер съем перед аттракционами. Я не представляю, как можно перед аттракционами поесть что-то. Сейчас, я Ольга, вот... съешь гамбургер и будешь потом. Люди все сзади грязные. Закрой дверь, пожалуйста, оттуда. Не открывается. Не открывается. Вот так гамбургеры открываются. Сколько учить уже? Я твой открою. Я, пожалуй, не буду. Ну, мама отправила за гамбургерами, купила ему по 50 центов самые. Да? А не хочешь 80 уже? Уже 80? 80 уже. Ну тогда как выезжать будет? Не, почему? Потом следующий сюда. Контролируют, да? Просто. А что, они без всего вообще? Только секунду. Он сказал, да, не надо перемешивать. Я слышал секунду. Ну что, рада ты, а? Угу. Что приехала я из Ленинграда. Блин, не из Ленинграда. Ну, мама еще майонезик он достала. О. Чего? Ну что ты контору палишь, а? Ну что ты? Я ем. Мама кушает ПП-салатик. То, что снимаем там видео, где Ольга типа бегает, да? Ну, я ем так, дай бог, раз в год. Майонез не ем вообще. Как жирненько-то. Готово совсем. А масло зачем взяла сливочное? Е, вот хоть соку попей. Да я не хочу, ну давай сок. Попей, ты слышь, корова, блин, а, замучишь сейчас. Нифига ты жрать. Ты съешь все это? Нет. Тебе оставлю. Угу. Так, все, да, 150 с чем-то сантиметров. Все, отлично. Могу на все. Все, пойдемте. Так, вот у нас билетики стоят, вход 42 евро, после 130. 32 евро меньше 130. Я покупаю просто за 7 евро вход. Я, если надо прокатиться, куплю себе за 8 евро просто билет. Где наш папа? Да, я вижу, идете, где ваш папа, и не видите папу. Здесь буду вас ждать. Пойдем. Все, отдых начинается, да? Через 5 минут отдых заканчивается. Отдых, да. Ну что, вот мои и вон они едут. Странно, все приехали половина с кислыми лицами. Сейчас проверим. Что это было? Даже ног не чувствую. Так чего так долго ты? Не знаю, быстро. Все быстро так, а ты так долго. Тебя дольше всех крутили, Ольга. Че, все? Да все. Пошли. Не пошли на Кобру. Домой, Ева. Все, хватит день рождения. Пошли на черную. День рождения закончил. Посидеть. А где посидеть-то? Плохо, да?
Да, конечно, голова кружится, ноги не держатся. Вообще какая-то дурацкая. Короче, все, Ольга сказала, что сейчас пойдет на кобру. Вот на этот, вверх ногами кататься. Будем ждать, что. Самое страшное, когда поднялся, и вот это первый вот только жук, а потом как-то здесь. Задом, кстати, вообще не почувствовала. Я даже задом не поняла, когда мы вверх ногами. Короче, когда вначале просто очень сильно обокакался от страха, уже все. А, да. Ага. Потом уже все. Да. Ну, короче, нормально, да? Я хочу что-нибудь купить или что-нибудь другого. Да сходи, вон купи смузи. Давай, я куплю сейчас. Ну. Вообще, поехали. Я эта женщина уже прожила. Еве реально страшно, я вижу по виду. Чего? Шикарно, ну, понравилось. Минутка же было страшно. Почему нет? Мне наоборот было круто, что только то, что наверху мы такие там крутимся. Вообще не было страшно. Вообще ни капельки. Вот этого прям вот на 0% вообще. Ольга с Евой продолжают кататься. На очередных мужиканских горках. А я кофе ем. Ой. Мороженое ем. Будешь мороженое? Что говоришь? Я говорю, прикольная кобра, но слишком жесткая. Какая кобра? Сама как кобра. Слишком жесткая. Слишком жесткая. Короче, Ева опять у нас поехала. Ну, еще не поехала, сейчас поедет на... В общем, Ева вот пошла на, этой, как, на штуке. Свободное падение. Свободное падение, да. Мы не пошли опять. Чего? Ева говорит, мама, я чуть со смеху не умирали. Мы начинаем разгоняться, вот только вверх идем вниз, и я смотрю, мама, маме на лицо, у нее прям вот так вот лицо. Губы, знаешь, кем... Ну как? Щеки, вообще ерунда. Вообще, если бы я знала бы, да, я бы два раза прокатилась. Да? Вообще. Там, конечно, да. Скорость, да? У меня даже волосы слетели. Там только скорость. Да, скорость там как... Не, ну там все, ну... А? Ну, вообще, честно сказать, вообще не страшно. А трясучка есть или там нет? Там нет такого, вот когда ты здесь смотришь. Здесь? О-о-о. Да? Вот это да. А там у тебя это вообще понимания нет. Вообще не соображаешь. Да. Еще просто вообще... что-то там катаешься. Ну, мама с закрытыми глазами, наверное. Я с открытыми. Ну, ты половину даже так. Только мама. О, один шарик. Не упади. Вот это надо. Съедай. Ну ты, мам. Я хотела просто это убрать. Да это вафля такая. Что это за вафля? Ев, я просто хотела вот эту молодец. Это нормально, что в эту взяла. Вот, отсюда хотела убрать. Да она не держится, да? Ну, короче, такие у меня девочки-то, поросятки. Не, ну я, конечно, молодец. Прям. Что? Ну я говорю, я вот прям ехала, кричала, говорю, я супермама. Аккуратно, аккуратно. Вы тоже ногами, ну я супермама. Ну что я на юнкере прокатилась, на этой кобре два раза. Ну. Я как раз прокатилась. Все тогда, да? Все. Все нормально. И тогда... Прикольно. День пролетел просто, да? Только проснулись вроде бы. Все, поехали с нами дальше, так что не переключайтесь, там будет контент. Ну нет, вы же написали, контент не нужен, просто снимайте свою жизнь. Просто живите. Да, просто живем, да, без контента. Следующая остановка у нас. Вот машина. Ресепшн, да. Тервитула. Странный такой. Здесь 64 номер, да. Мы в таких еще отелях не были. Мы были только в люксах. Последний. Блин, нет. 62, дальше. Следующий, да. Следующий, да. Вот так вот. Все, налево.
Все, наш номер. Карточка. Давай, мы домой хотим. Давай мы домой хотим. Домой хотим. Как ее? Слегка туда просто и все. Все, и открывай. Ага, фиг. Ну-ка, может все, ну переверни. Перевернуть вот так, да. Все. Путешествие продолжается. Все, заходим. Друзья, мы в отеле, в городе. Так, у нас балкона нет, Ольга. Ну капец. Ты что? Ты что, обиделась? С балконом надо. Ну, добавила этих. Ну вот да, кстати, вот это вот не прикольно. Что, без балкона? Что, без балкона. Ну да. Что со шкафами? Дверь за ним. Ну, тут... Карточку вытащили? Я водички хочу. Чего? Вот в этом сейчас не тут есть стаканы. Есть стаканчики? Ну, конечно. Ну все, супер. Все, супер, значит. Мы не просто приехали. Ну нормально, туалет, все. Так он небольшой. Я говорю, что мы не просто приехали в номер. Мы, ну, понятно, в спа. Мы приехали, да, в спа. Вот весь. Ты как оладушек, блестишь, весь жирный. Блин, вообще понятно. Приехали в спа, так что сейчас пойдем купаться. Жрать сначала. Релаксировать, отдыхать. Смотри, ключ с ключиком дадут. Ну, кровать, конечно, прикольная. Ну, кровать будет вместе. Три штуки. Три штуки, мне, видимо, при этом. Пипец, я устал. Это мое вообще на место. Фига себе номер, да? Ну что, нормальный. Ну. Потолок-то нормальный. Номер такой стоит, если интересно. Сколько... Лучше не говори цену, сколько стоит такой номер. Ага. Номер стоит 165 евро вместе со спа, да, с бассейном, со всеми делами и с завтраком. А, отлично. У нас спа включено, да, все? Да, все. Ну и тренажерный зал. Ты пойдешь качаться? Конечно, пойду качаться. Тренажерный зал. С утра пойдем? Ты спать ляжешь, пойду качаться. Все услуги отеля включены. 165. Кондиционер есть. Все. Ну все, отлично тогда. Ладно, что, начинаем отдыхать. Уже, конечно, в спа мы не покажем, потому что с камерой там 100% нельзя. Люди там, как бы в Финляндии принято голышом ходить всем. Ну в бане там туда-сюда. Ладно тогда, все, там посмотрим, да, что так, будет. Мы еще пойдем, конечно. Да. Вечером, конечно, погуляем, прогуляемся, посмотрим, что туда, как. Да, кушать пойдем. Вокруг кушать пойдем. А пока отдохнем 5 сек. Ну все, друзья, мы, короче, готовы. Бляха-муха. Финские пенсионеры приехали в Кюльпалыч. Че ты? Ты-то ладно, нормально, ты говоришь. Моя мама такая смешная. А я? Ха-ха-ха, на, сними нас. Покажи маму с папочкой, красиво с ними. Вот, все. Приехали. Делать не хрена. Так, и шнур, да, надо? Привет, папа, ты так смешно. Кто? Ты прям так смешно выглядишь, я не могу. Почему смешно-то? Ой, тетя звонит. Ого, вот это поворот. Привет. Привет, солнышко. День рождения тебя. Что за хрень? Он? Это вот халат такой какой-то у него здесь. Это. Подушка, какую-то подушку туда запихал. А чем правда у тебя? Я не знаю. Подожди. Я-то не видел. Реально подушка. Хватит, убери, что ты. Он засунул что-то. На, держи. Что засунул? Нету ничего. Да тихо тебя ржать, что выгонят. Первый же день. Мы здесь на неделю. На, я завяжусь. Не знаю, что-то с халат я какой-то полный, кажется. Как этот, блин, бегемот. Ну хватит, Коль, ну не смешно. Ну ладно, что? Блин, вот реально. Не, нормально, я просто прикалываюсь. Ну, цирк уехал, клоун остался. Давай, ну-ка, грудь вперед, живот втянул. Все. Все, давай, нормально. О. Все, приехали. А то я сначала реально поверил, что подушку туда засунул. Да, я просто здесь завязывал. Угу. Все, поехали купаться. Ну что, как дела? Шикарно. Вообще трындец. Я думал, я расслаблюсь, а я расслабился настолько, что я вообще не могу идти. Это просто трындец, да? Да, после такого дня, после жары, аттракционов. Бани сходили на аттракционы сегодня. И бани, и турецкие, и я не джакузи. Знаю. Я, блин, я так иду, не расстегнутый. Ну. Ева, а ты эти номерки взяла? У меня номерок есть. Да. Сейчас 5 минут отдохнем и пойдем в ресторан. Там, не знаю, ресторан, кафе какие-то есть, я посмотрел. Да. Поедим. Поедим, да, потому что время уже 8:30. Раз нормально в 9 часов пойдем. О, так, на улице еще светло, да? Надо наверх сходить, посмотреть что-то. На крыше террасы.
Друзья, мы уже в ресторане. Мы взяли буфет. Ну, ешь сколько хочешь. Бери, да, бери сколько хочешь и есть сколько хочешь. Ну, разнообразие еды, конечно, не такое же большое. Ну, прикольно. Но мы набахали все в одну тарелку, ну, не знаю почему. Вот Ольга пошла искать хлеб. Хлеба нет. Нет. А? Странно, нет хлеба. А? Без хлеба? А может, там вот хлеб есть, там могут. Там, где тостер лежит. Возле тостера, наверное. Нет. Точно нету? Короче, говорю, что мы еды набрали всякие разные в тарелке. Да. Но нет хлеба. У меня такой все прям. Колик, хлеб есть, деньги на вид. Ну, хлеб, да. Дома хлеба поешь. Да, ну ладно. Ну тут курица, мясо, говядина, не знаю, что, свинина, салатики, там оливки, лимонады, вода, алкоголь отдельно покупать в баре. Это нам обошелся ужин сейчас 44 евро на двоих. На троих. Ой, на троих, да. Ну, для меня считают вообще для ужина 44 евро это. Время 9 часов вечера. Да. Ладно, до 10 там можно покупать. Ладно, всем приятного аппетита. Mm-hmm. Че, все? Все, теперь у нас сколько? 300 с чем-то километров. 327 километров до дому. И все, и будем дома, да. Ну, нормально провели, как говорится, время. И в повер-парке, что сразу же не ехали домой. Понятно. Отдохнули нормально. Да. Что-то хотел сказать я еще, а? Не знаю. Наверное, хотел пожелать всем хорошего настроения. Ну, хотел, да, пожелать. Но это я про комментарии. Крепкого здоровья, еще что-то. Да, все, ладно. Ну, все знают, что мы всем желаем всего хорошего. Всего хорошего, все. Да. Все. Всем пока. Пока-пока.